О, да. Эй, Адам. 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 Рован! Может быть, если я не отвечаю тебе после 10-го раза, то может быть, лишь может быть, что ты перепутал имена? Адам, ты о чем вообще? Ты выставляешься на посмешище. Ой, прости, я обедал в кафешке и услышал, как ты меня зовешь. Что случилось? Я звал Адама, потому что я хочу тебе сказать кое-что, Адам. И что же? Пожалуйста, заткнись уже. Что? Заткнись, просто... Хорошо, Роун, я скажу тебе максимально простым языком. Черное и белое. Нарисую тебе максимально очевидную и простую картину, чтобы ты смог в нее вникнуть. Хорошо, давай. Я Алан, а это Адам. Хорошо, хорошо. Ты попутал наши имена. Хорошо, а вот что я хочу сказать тебе в ответ. Ты выставляешь себя на посмешище. Не-не-не, он говорит правду. Он Алан, а я Адам. Я думаю, что я знаю, кто мои работники, Алан. Ты точно не... Это абсурд. Да, это абсурд. Я возвращаюсь к работе. Хорошо, хорошо. Но прежде, чем ты вернешься к работе, Алан, я все еще хочу кое-что сказать. Что же? Можешь выставить товар? Ты можешь выставить товар на полке? Ты можешь выставить товар на полке, на складе, с кулерами? Роман, это буквально то, что я сейчас и делаю! Хорошо. Играйся дальше. Давай, играйся, а? Элли! Элли, ты что здесь делаешь, а? Возвращайся в свой шкаф для роняющих ложки. Но я голоден. Возвращайся сейчас же в свой шкаф для роняющих ложки. Но я голоден. А ну-ка. Ты... А ну... Слышь? Ты... А? Ну-ка, сюда ты... Всем привет! Перевел «Странное местечко», а озвучил, как всегда, Феликс. Все подписывайтесь на канал, я вас люблю и целую. С вами, как всегда, был я, ваш Капрал Натурал. До новых встреч!